ребятки, и друзья, и подписчики нашего канала. Хотя всем не привет. Говорить слово подписчики, кстати, друзья, да? Подписчики да. Как-то оно, ну, не то. Друзья роднее, да. Да, друзья роднее. Вот, мы хотим сегодня сделать объявление такое. У нас на канале уже есть оповещение, может быть, просто не каждому пришло. Вот решили записать такой видосик. Видеообращение. Мы создали новый канал. Канал чисто кулинарный, то есть маминых рецептов, да. Простеньких рецептов. У нас не раз уже наши друзья просили создать отдельный канал. И говорили: Юля, давай, тебе уже пора создавать отдельный кулинарный канал, потому что рецептов много. И еще суть в том, что кто-то смотрит канал просто ради рецептов. Да. А не было. Но есть и такие. То есть каждому что-то свое интересно на канале. И не раз писали, что им было бы удобнее, если бы отдельный канал и просто рецепты. Угу. Вот, и так далее. Долго мы не решались. У нас тут канал создан в каком? В 2017, по-моему, году. Но так что-то такое, да. Что-то такое. Не хватало времени. Когда в 2017 мы еще создали. Один рецепт какой-то там загруженный, так, ну, не хватает времени, не хватало времени. А сейчас то и дело часто стали такие комментарии писать о создании канала. И мы задумались и решили, что мы осилим, наверное, да? Ну, постепенно будем да, это да. Самое. Раньше я не сообщала, потому что я хотела, как бы, чтобы побольше видео было по количеству там. Ну, вот уже вроде как намонтировали, насобирали там штук, наверное, 20 видео, точно не помню. Да, то уже есть что хотя бы что посмотреть. Но видео там, конечно, такие смешные. Я начала загружать с конца, то есть собирать. Пока что я собираю все свои рецепты в одном месте. И смотрели с папкой старые видеоролики, да, еще там годичные да, да. Давности, там полтора года назад. Ну, конечно, я сама себя смеялась, слово сказала, тишина. Какая-то такая переляканная, короче, мать. Ну, может быть, даже кому-то будет, то есть, посмотреть интересно. Ну, да. Я даже смотрю, блин, там досточка старая, там сковородка какая-то старая, подряпанная, то есть, какая-то терка ржавая, там вот такое. Мать просто не набрала обороты. Да, опыта да. Не было. Мне казалось, что классная у меня досточка. А сейчас смотрю, блин, она какая-то стрёмная реально досточка. Это нормальность. Да. Так что вот так вот. Кто хочет, у кого есть желание, можете подписываться. Это будет канал просто рецептов. Буду вам благодарна. Уже начали комментарии писать, уже все наши, почти все наши там. Да, да. Уже и комментарии пишут. Ну классно, конечно, как-то непривычно, что мне теперь комментарии и здесь проверять, и там проверять. Но ничего, мы со временем пойдем. Мы справимся, да. Мать. Исправимся, в эту колею войдем и будем как-то это самое, да? Да. Так что вот такая вот новость, кто хочет, подписывайтесь, ставьте лайки. На новый канал, да. Да, на мой канал. А как у нас называется-то? Я уже и забыл. Юлия Беляева, простые рецепты. Вот да, как-то да. Так. Не знаю, да. Мы как бы... Потому что у меня было вообще название, было до сегодняшнего дня, название было «Мама на кухне». Но я вбила в поиск, ну, посмотрите, как он оптимизирован под YouTube, то есть человек, введя название канала, я ввела канал «Мама на кухне». Ничего, там есть много таких каналов подобных названий. Ну, это как-то не то самое. Поэтому да. Пришлось написать свою фамилию. Я думаю, такая я одна там. Ну, да? Ну только фамилия, адрес, номер дома, квартира. Упустила. Так что вот так, канал называется «Юлия Беляева. Простые рецепты». Ну, пока не знаю, будем менять или нет. Вот, потому что ну, поменяем, думаем, завтра что-то другое в голову влезет. Ну да, папка говорит, вон артисты на кухне. Че, у нас же артисты, да? Ну, я шучу, ну, мать. Все, может быть, поменяем когда-нибудь. Ну, пока так. Нормально. Так что милости да. Просим на наш новый кулинарный канал. Всем спасибо, что посмотрели, послушали. Мои ля-ля-ля-ля, я быстро сегодня разговариваю, да? Я всегда быстро разговариваю. Вот. И все, всем пока-пока, ставьте лайки. Пока-пока. Что ты лижешь?